Доброе утро! В эфире канал ОТС Новости, в студии Дмитрий Белькевич. В этом выпуске вы узнаете о том, что войдет в программу Сибиотеха, как изменится пенсия и когда, и зачем закроют площадь труда в Новосибирске. Подробности далее. Семнадцать новых проектов рекомендованы для включения в программу Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра. Это прорывные технологии в медицинской отрасли и сельском хозяйстве. Среди них разработка для проведения хирургической помощи больным, у которых деформированы кости черепа. Композитные материалы для ортопедических протезов, технология ускоренной селекции сортов картофеля для сибирских условий, противовирусный ветеринарный препарат и многие другие. Субсидии регионального правительства для инновационных проектов в этом году увеличены с 3 до 5 миллионов рублей. Рекордная индексация ждет пенсионеров в этом году. Размер денежных выплат вырастет на 10%. Ранее такие пенсии индексировались всего на 3-4%. Прибавку получат лишь некоторые категории граждан. Речь идет о пенсионерах, которые получают военные пенсии. Также сюда относятся выплаты за выслугу лет по инвалидности и по случаю потери кормильца. Индексацию планируют провести с 1 октября текущего года. 47 тысяч рублей. Именно таким считает нормальным, оптимальным размер пенсии среднестатистический россиянин. Результаты исследования опубликованы на сайте политической партии «Пенсионеры России за социальную справедливость». Самые большие запросы у москвичей и жителей Петербурга. Самые скромные у ярославцев. Заместитель председателя партии Андрей Широков прокомментировал соцопрос так, цитирую. «Как сегодня демонстрирует упрямая вещь, статистика, люди старшего возраста все больше ограничивают свои гастрономические желания. В их рационе становится все меньше мяса, рыбы и даже относительно недорогой птицы, и все больше недорогих круп и корнеплодов. А все почему? Ведь если вычесть из пенсии обязательные траты на оплату ЖКУ, покупку лекарств, то денег останется критически мало, и кусок говядины автоматически станет не пищей, а роскошью». Конец цитаты. Микровзрыв против опухоли. Новосибирские ученые разрабатывают новую методику лечения рака. На помощь в борьбе с болезнью может прийти литий. Екатерина Стывко, подробнее. Про него, про этот ускоритель мало кто верил, что он сможет работать, но пришлось его сделать, чтобы доказать, что это работает. Эту установку ученый Сергей Таскаев собрал вместе со своей командой. Аналогов в мире практически нет. Аппарат занимает целых 3 этажа, но по меркам физиков-ядерщиков компактный. Прибор нужен для лечения рака. С помощью него проводят нейтронно-захватную терапию. Собаке, кошке или больному вводят препарат, в котором содержится бор. Раковые опухоли, которые быстро растущие, им требуется еда, чтобы расти. Поэтому они едят этот препарат. Пациента облучаем потоком нейтронов. Происходит обычная ядерная реакция с большим выделением энергии. Терапия бором уже работает. В мире появились первые клиники, в которых лечат больных. Сейчас сибирские ученые исследуют другое вещество, чтобы сделать процесс еще эффективнее. Альтернативой может стать литий. У него тоже большое сечение захвата нейтрона, но меньше, чем у бора. Однако энерговыделение в результате реакции лития с нейтроном выше в 2 раза. То есть локально выделяется энергия, скажем, там, в пределах 20 микрометров. Это вся энергия в пределах клетки. Целый год в лабораториях Института ядерной физики проводили эксперименты, в том числе и на мышах. С помощью этого спектрометра ученые исследовали клетки и органы мышей. Задача – выяснить, какова в них концентрация лития. Эксперимент показал, что вещество накапливается в необходимом количестве, а самое главное – оно не токсично. Впереди у ученых еще годы работы. Следующий этап – создание специальных препаратов, насыщенных литием, и облучение больных животных. В перспективе терапия сможет помочь пациентам с глиобластомой, тяжелой и агрессивной формой рака мозга. Екатерина Стывко, Александр Миняйло, Новости ОТС.
В Новосибирске в ночное время временно перекроют проезд по площади труда. Ограничения будут вводиться ежедневно с 20 мая по 26 с 12 часов ночи до 5 утра по направлению от площади Энергетиков к улице Станиславского. Объезд перекрытого участка обеспечат по улице Широкой. Причиной стало строительство развязок 4-го моста. В указанный период рабочие будут монтировать балки пролета над проезжей частью 845-метровой эстакады. Водители просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками. У каждого третьего жителя планеты то или иное аллергическое заболевание. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году количество пациентов увеличится, страдающих аллергией, до 50%. Аллергия очень связана с генетикой, и было показано, вот японцы проводили такие исследования, что если мама страдает аллергией, то в 70% вероятности, что ребенок будет также с аллергией. И если оба родителя, то вплоть до 100%. В тройке лидеров бронхиальная астма, аллергический ринит и кожные проявления. Сейчас в России неделя сохранения здоровья легких, поэтому особое внимание к бронхиальной астме. Этот диагноз в Новосибирской области детям ставят втрое чаще, чем ровесникам из других регионов. Самыми сильными триггерами для легких и бронхов являются домашняя пыль, пыльца растений, табачный дым, споры плесени и шерсть. Диагноз ставят на основании клинических проявлений, подтверждают обследованиями, спирографией и аллергопробами. Им уже под 90. Участников Великой Отечественной войны в Новосибирской области осталось 143 человека. По подсчетам мэрии, сегодня в регионе проживает около 5600 ветеранов. Из них 2864 живут в Новосибирске. А большую часть составляют женщины, средний возраст 89-90 лет. Стоит отметить, что 144 почетных новосибирцев имеют статус жителя блокадного Ленинграда и 142 статус малолетних узников фашистских концлагерей. Накануне праздника все ветераны получили поздравительные письма от президента России. Сохранить талантливую молодежь и обеспечить профильное трудоустройство студентов, итоги работы отрасли в 2022 году и перспективы развития системы высшего образования в регионе накануне обсудили в Аграрном университете. Какие направления получат приоритет, узнал Александр Шурудило. Годичное собрание Высшей школы Новосибирска. Руководители университетов, представители власти обсуждают новые вызовы, с которыми сталкивается система образования. Ключевой посыл – именно люди – главный ресурс региона. По-прежнему проблема оттока талантливой молодежи, талантливых абитуриентов из регионов, из восточных, она остается. Ну и нам, конечно, надо удержать планку и набрать мотивированных ребят, прежде всего, на естественно-научные IT и точные специальности. Ну потому что вы знаете, что строится СКИФ, и, конечно, университет будет активно участвовать и в этой программе, мегапрограмме. Ну и прежде всего, это подготовка кадров для работы на этой установке. Растет спрос на инженеров и технических специалистов и на промышленных предприятиях, особенно в оборонном комплексе. При этом лишь 252 студента из 10 тысяч, обучающихся по этим направлениям, имеют целевой договор с работодателем. Развитие этого инструмента – лишь один из имеющихся способов решения проблемы дефицита кадров. Участие студентов в научных исследованиях и реальных проектах позволяет актуализировать образование. Кроме того, необходима ранняя профориентация. Я считаю, что жесткие решения абсолютно необходимо. Ну, во-первых, действительно, если мы заинтересованы в большем количестве инженеров, то соотношение между гуманитарными и естественно-научными профильными классами, наверное, можно пересмотреть. Это раз. Второе, ну, назначение и содержание существования этих классов тоже уже прозвучало, должно быть четко определено. Еще одной важной темой стала воспитательная функция системы высшего образования. С сентября в университетах начнут преподавать основы российской государственности. Дисциплина, необходимая для формирования у молодежи гражданской позиции. В ближайшие 3 года в регионе пройдут сразу несколько крупных избирательных кампаний. И вовлечение студентов в политическую жизнь области и страны необходимо для дальнейшего развития. Александр Шерудило, Борис Гладких, новости ОТС.
Новые поезда пустят до промышленно-логистического парка. Инициатором стал региональный Минтранс. Об этом сотрудники ряда предприятий давно просили власти. Запуском новых поездов до рабочего места им будет рукой подать от остановочной платформы. Да и в целом время в пути будет намного меньше, нежели на автобусе. Составов будет 3, уже разработано их расписание. 2 дневных поезда с сообщением Новосибирск-Коченево-Новосибирск и 1 вечерний Дупринское-Новосибирск. Предусмотрены все льготы и способы оплаты проезда. Отопление в Новосибирске отключат после майских праздников, а с 11 числа в мегаполисе начнут испытания тепловых сетей. Об этом сообщили в мэрии. Завершить отопительный сезон позволит погода. За грядущие выходные температура воздуха установится положительная. Среднесуточные отметки термометра составят не менее 8 градусов. Со стартом испытаний в кранах новосибирцев исчезнет горячая вода. Но на время, уже с 16 мая, поэтапно отключения будут проходить в разных районах сибирской столицы. Школьникам помогут выбрать профессию. С начала учебного года во всех российских общеобразовательных учреждениях внедрят единую систему профориентации. В настоящее время совместно с предприятиями в школах уже открывают профильные предпрофессиональные кабинеты, создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, инженерных и IT-классов. Кроме того, 1 час в неделю отведут для тестирования и проектной деятельности. Также профориентации посвящен и отдельный раздел в воспитательной работе. В планах проводить не менее 2 родительских собраний в год на эту тему. Самое большое количество эвакогоспиталей за Уралом в годы Великой Отечественной войны было расположено в Новосибирской области. Один из них развернули на базе Новосибирской областной больницы. Там и сейчас помнят историю, благодарны тем, кто спасал воинов в те нелегкие годы, и тем, кто оставил родные стены, отправившись защищать родину. Накануне в поликлинике прошел праздничный концерт. Ученица 1 В Мария Первушина пришла на мамину работу в больницу. Сегодня праздничный концерт для сотрудников. Утром и в школе был фестиваль, посвященный важной дате – Дню Победы. Разбирали автоматы, смотрели на собак. Служебных собак? Да. А еще каша, говорят, какая-то да. была? А какая каша? Гречневая. Вкусная? Да. В зале истории областной больницы хранят ценные документы времен Великой Отечественной войны. Война началась 22 июня, а уже 23 июня 1941 года первые 15 сотрудников областной клинической больницы были мобилизованы и ушли на фронт в ряды Красной Армии. Большинство остались работать в областной больнице, которая стала эвакогоспиталем 2493. Многие вернулись после войны. Сегодня есть в клинике те, кому удалось потрудиться с ветеранами, людьми профессиональными и скромными. Марию Васильевну взять, Русанову, мы же не знали, она всегда в белом халате. А когда на праздник пришла, одела пиджак, у нее вся грудь в медалях. Ну, мы не ожидали даже такого. Вот молодые специалисты были просто поражены. Они вот были, понимаете, такие ответственные, такие вот они очень с пониманием всегда относились. И патриотичности именно у них учились. И каждый год, говорит Татьяна Державицких, коллеги находят время в плотном графике, чтобы попасть на праздничный концерт. Трудно переоценить ту победу, которая случилась 9 мая 1945 года. И, конечно, вклад медиков, врачи, медицинские сестры, санитарки в эту победу, в сотни, тысячи возвращенных жизней в строй, ну, он просто нескончаемый. Сегодня на сцене ансамбль песни и пляски Сибирского округа войск Национальной гвардии России. В репертуаре коллектива произведения, воспевающие любовь к родине, родному дому, мужество и верность Отечеству. Наталья Цопина, Валерий Павлов. Новости ОТС. Исправительного центра в деревне Шипково не будет. Сообщение об этом появилось на сайте администрации Искитимского района. Напомню, местные жители собирались на сельский сход и подписывали петицию против размещения в деревне этого учреждения, в котором должны были жить осужденные, получившие замену отбывания срока в колониях за примерное поведение. Планировалось, что они будут работать на соседней птицефабрике, которая и выкупила пустовавшее несколько лет административное здание. Накануне его пытались поджечь. 6 мая в деревне вновь пройдет митинг, на котором будет озвучено решение районной администрации о том, что исправительного центра в Шипково не будет. В Новосибирском зоопарке животных переводят в летние вольеры. Уже переселены фазаны, бакланы, пеликаны, каракалы, сервалы.
тайры и мангусты. Перед переездом место обитания тщательно готовят. Песок меняют на чистый, создают новые укрытия и домики для зверей. Они получают возможность быть на свежем воздухе, имеют больше пространства для движения и могут исследовать новые территории, а также погреться под лучами солнца. К этому часу у меня все. В студии работал Дмитрий Белькевич. Хорошего дня!